от Оксаны Залабамы. Я купила на пробу товар такой. Натуральные сладости. Кокосовые шарики с финиками. Джессов, пожалуйста, будь так любезен, попробуй. Что ты думаешь? Что? Коровни говна with feathers of a bird. That's what this is. This is cow crap. Коровьи какашки? Да. А про что ты там про птичек сказал? Bird feathers are covering. А как это по-русски сказать? Bird? Птички. Птички. Перышки. Перышки? Ага, феврс. Я думал... Перышки? Перышки. Ну как это сказать, хап, тогда? Цыпчные перышки. Цыпчные перышки. Птичьи перышки. Цыпчие перышки. Ну давай, отрекламируй. Давай представим, что ты снимаешься в ролике. Ты снимаешься в ролике на телевидении. CNN, и тебе заплатили деньги, и ты супермодель, ты должен отрекламировать эти конфеты и сказать, какие они вкусные. Коровни говна. Только $1 и для 2 коробки не можно быть лучше, чем это. Спасибо. Ваня пробует. Я сказала, что это печеньки с кокосом. А чё ты нос заткнул? Я сказала откусить и пожевать. Можешь глаза закрыть, если тебе страшно. Ну как тебе печеньки? Хороший. И салфеток нет на столе. Вон салфетка. Ваня, невкусно. Куда пошел? А ну-ка вернись в камеру. Что ты на стол плюешь? А ну-ка сели перед камерой. Так, за то, что вы хорошие дети и пробовали эти печеньки. По-русски что скажешь про эти печеньки? Какое твое впечатление? Не очень. Говну, говни. Так, Ваня. Говно. Так, Ваня, какую ты сосалку выбираешь? Дар тоже выбирает сосалку. Что надо сказать подписчикам? Пока. До свидания. Оксана из Алайвами. А Ваня? Ваня, скажи. Ты Оксана из Алайвами.